Еще раз здравствуйте, ребята. И сегодня мы будем придумывать один очень интересный проект. Расскажу чуть-чуть попозже. Для начала заходим на сайт, свой аккаунт, либо же приложение. И удаляем проект кота. Он нам сегодня не понадобится. После этого идем в спрайты. И там нам потребуется где-то. Несколько спрайтов. Какая-нибудь тарелка. Какой-нибудь музыкальный инструмент. Что хотите? Какое-нибудь животное. Это может быть кто угодно. Акула, олень, щенок, змея, хоть и пингвин. У меня это будет, допустим, дракон. Вот мы выбрали разных цвет. И дальше нам нужно еще кое-что. Нам потребуется спрайт какой-нибудь еды. У меня это будет, скажем, маффин. Скажем, шар. Либо вот этот вот обычный бол называется, либо же что-то из спорта можно взять, по типу баскетбольного мяча или футбольного мяча. Или даже теннисного. Теперь можем выбрать и нарисовать фон. Можно, допустим, сделать фон со спальней, фон с камнем, скажем, с чем угодно. Либо же нарисовать его самостоятельно. Делаем какой-нибудь пол, на котором будет стоять все животное, которое вы выбрали. Какие-нибудь обои.
Допустим, вот такие. С фоном мы закончили. Фон особо сложный не нужен. Потом можно будет рисовать еще несколько фонов. Это по желанию, если вы захотите перемешаться между локациями. Еще один у нас будет игра с питомцем. Что это сказал? Давайте перейдем на скайт нашего зверька, питомца, кого вы выбрали. И пишем ему такой вот код. Когда флажок нажат, навсегда. Если. Мышь нажата, то где там? Плыть 1 секунду к случайное положение. Случайное положение мы меняем на машин. И таким образом, вот мы запускаем, ничего не делаем. А допустим, мы кликнули вот сюда, в уголок к маффину. Кликнули, и он туда пошел. Ну, смотрите, вот в чем незадача. Если мы кликаем вот сюда, вот, допустим, вперед, то он идет молитой вперед, все нормально вроде, не считая того, что нет анимации. А вот если мы кликаем куда-нибудь вот так назад, то он пойдет с хвостом. Это выглядит не очень-то красиво. Поэтому берем из движения блок, установить способ вращения влево-вправо. Берем блок принц указатель машин и вставляем его вот сюда. Теперь запускаем проект. Давайте сначала оттащим нашу. И теперь он у нас двигается вполне нормально. Прячивается в указательную машину. Ну, если мы вначале зашвырнем нашу потом когда-нибудь вон туда, то если мы запустим проект снова, то он там и останется. А это не очень-то хорошо. Поэтому устанавливаем проект, аккуратненько меняем направление и делаем ему ничего, несколько блоков в этом скрипте. Когда флажок нажат, прийти x минус 9, y минус 25. Ну, более x, если вам удобно. И повернуться в направлении 90. Вот так выглядит скрипт. Теперь, даже если мы зашвырнем дракона куда-нибудь туда, так что только хвост торчит, то при запуске проекта снова дракон, ваш питомец, снова будет стоять на том месте, куда вы его поставили. Давайте приближу. Теперь
Надо сделать код маффина. Ну, или любой еде, которую вы поставили. Кстати, еду еще можно менять будет. Ну, можно сделать так, что одна и та же еда будет, а можно сделать так, чтобы можно было играть, допустим. Только не дракона. Кексиком, маффином или, не знаю, клубничку. Для начала давайте зайдем и сделаем код для маффина. Тут у нас уже есть два костюма. Давайте сначала делаем анимацию. Уже есть два костюма. Целый маффин и немного надкушенный маффин. И мы дублируем этот скрипт, этот костюм. И дальше просто аккуратненько ластиком надо... Допустим, так. Дублируем следующий костюм. Так. Дублируем следующий костюм. Так. Дублируем следующий костюм. Дублируем следующий костюм. И вот так вот создаем такую анимацию съедения кексика. У меня получилось 17 костюмов. На 17-м у меня уже пустота. Я на всякий случай еще раз. Так. Теперь делаем код маффин. У него будет достаточно простой код. Если вы не хотите делать еще еду, смотрите, если вы хотите делать еще еду, то надо уже открыть этим имеющимся костюмом выбрать еще один какой-нибудь костюм еды. Допустим, вот. Ставку надо проделать все то же самое, то есть дублировать костюм, там, удалить его пару кусочков, потом еще дублирование удаляем, и получается будто бы покусы такие. Смотрите. Давайте сделаем код, если у нас несколько блюд. Допустим, хотя бы два блюда. Если у нас выбор, два блюда. Делаем такой вот код. Когда флажок нажат, след всегда. Если
касается указатель мыши. И мышь нажата, то ой-ой-ой, не мышь нажата, а клавиша стрелка вправо нажата. Если касается мыши и стрелка вправо нажата, то если костюм номер. Костюм номер, если что, есть во внешнем виде в самом конце. Если костюм номер равен одному, изменить костюм сам, который будет внимательно. Блин, я же не сделала. Вот, допустим, банан. Если костюм номер равен одному, то ё-моё, где костюм банана? Что я поставила? Вот. Во. Если костюм номер равен одному, то мы изменяем костюм на бананы. Если костюм номер равен. Сколько там у нас костюмов? Ставим 18, то изменить костюм на маффин. Наш телефон с носком. И давайте наводим мышку и такие хоба 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 хоба. А, если костюм 17, да? Какой у нас костюм по счету? 18. А если это сделать с помощью иначе, если костюм дал номер одному, то меняем костюм на банан. Иначе просто меняем костюм на маффин. Давай посмотрим. Да, и смотрите, у нас все хорошо, мы съели. Мы можем делать так. Теперь смотрите. Берем блок, когда флажок нажат, и пишем такой код. Код скрипт. Когда флажок нажат, это всегда. Если касается указателей мыши и касается мышь нажата, соответственно, то если костюм номер равен одному, то
если костюм. Одному, то мы делаем так. Повторить. Сколько там раз, два, три. Повторяем 16 раз. Следующий костюм. А, и не забываем сначала изменить костюм на тот, который нам нужен, на Маффин А. И смотрим, давайте вот. Мы дракон. Точнее, мы хозяйка дракона. Или кто-то может у нас будет. Ура! Теперь у нас есть кексик. Давайте на него нажмем. И кексик у нас съедается моментально. Кстати, должна быть шкала голода, чтобы это не было безрезультатно. Вообще шкалы всяких параметров. Но это мы сделаем чуть попозже. Теперь показываю, как делать следующую часть. Вот это вот скрипта. Я снова перепутала, если то иначе. Простите меня. Вот так вот должно выглядеть. Теперь сюда мы ставим блок. Изменить костюм на бананы и повторяем сколько-нибудь раз следующий костюм. Смотрите, вот если у вас костюмов вот 17 у анимации, то написать цифру, повторить сколько-то раз. Вам надо написать 16. Потому что вот про вот этот самый первый слайд нам забывать не надо. Он у нас тоже считается. И смотрите, что будет, если я скажу 17 раз. 17 раз. Убираем кексик и давайте нажимаем А. И появляется ау. Точно, тут же есть бананы. Но если бы тут не было бананов, то появлялся бы просто просто кекс, который у нас стоит на самой-самой первой картинке. Давайте снова сделаем анимацию, но уже для бананов. Что было бы, кстати. Сколько у нас костюмов бананов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. После всего вот этого вот скрипта мы должны
подождать какое-то время. И вот. И, допустим, ждать 5 секунд. Ну что, прячемся. Тут еще добавляем блоки прятаться. После повторить, сколько для следующий костюм. После всего вот этого вот, мы ставим ждать 5 секунд. Показаться. И перейти в удобный нам XY. Допустим, вот сюда. И этот же блок ставим в самое начало. Вот так вот. Теперь давайте кликнем на бананы. Ой, тут вкусные бананы. Съели мы их. Отвозим дракона обратно. Ждем такие. Блин, ну где же бананы? Или хотя бы кекс? Но бананы не появляются. С чем это связано? А с тем, что вот они... Бананы. С тем, что они показались. Вот они показались, то есть теоретически их видно. Но сейчас у них костюм. На каком они сейчас костюме? На костюме 27, где полностью съедены бананы. Поэтому нам надо еще и переключить на костюм 1. И когда флажок нажат, нам тоже надо показаться. Вот так вот. Спускаем проект. Так, нам тоже надо индикатюм на костюм 1. Запускаем проект. Теперь у нас вот такой прекрасный дракон с каким-то красным текстом. Нажимаем на текст, съедаем. И возвращаемся куда-нибудь. Что-то там делаем, шастаем. Ой, кекс. Давайте бананы лучше съедим. Более полезную еду. Кликаем. Ам-ням-ням-ням. Какая вкуснота. Что-нибудь там ходим, бродим. О, кекс. Теперь мы можем есть. Это прекрасно. Наш дракон сможет питаться. Но нам нужно будет удовлетворять еще какие-то потребности нашего персонажа. Не просто же он ест, и все. У нас нельзя сейчас на сцене стоять, по крайней мере, должно стоять, лежать мяч. Любой. И какой-нибудь любой инструмент. Это у нас будут как игрушки для дракона. Допустим, при нажатии на инструмент у нас будет прогреваться рандомный звук. Если много кликов на инструмент, то будет прогреваться много рандомных звуков. При нажатии на мячик, он, по идее, должен будет куда-нибудь отскакивать, а дракон за ним бегать. Либо же мы должны, когда кликнем на мяч, управлять им. Дракон должен за шумышкой бегать. А когда мы нажмем на кнопку стоп, кстати, у нас будет дракон останавливаться и возвращаться на свою обычную.
Давайте сначала займемся тарелкой. И сделаем ей достаточно простой код. Когда абсолютно нажат, повторять всегда. Если касается указательной мыши. Касается указательной мыши. И мышь нажата, то нам нужно будет играть рандомный звук. Давайте сейчас вам вопрос. С помощью каких блоков мы сможем это сделать? Надо добавить через расширение вот эту вот небольшую кнопочку. Расширение музыка. И нам нужно будет играть ноту. Это что? Так. Возникли какие-то технические шоколадки, потому что я слышу какие-то звуки с компа. Я поняла, это эхо от моего клика. Ребят, у кого-нибудь включено? Сейчас скажу, как это функция называется. Секундочку, химические шоколадки. Так, секунду. Простите за технические шоколадки. Если касается пальцев мыши и мышь нажат, то нам надо будет играть ноту, выдать случайное, вот этот блок из экранов,
От одного до 132. Выглядит звук случайного нажатия, случайного проигрывания рандомного звука. Так, давайте лучше дракону берем вот этот тут скрипт на время целого программирования. А лучше я вообще уберем его, чтобы он никуда не лез и не мешался. Можно еще делать так, чтобы оно играло случайный инструмент. Случайный барабан. Отлично, теперь у нас есть код уже тарелки любого музыкального инструмента и код текстика. Теперь нам хорошо бы делать код кого-нибудь еще. Или хотя бы добавить параметры какие-то нашим сажам. Сделаем это с помощью переменных. Создаем переменные. Допустим, голод для всех спрайтов. Не знаю, как это называется. Интерес, игривость, удовольствие, настроение. Вот. Настроение. Притаскиваем куда-нибудь сюда все индикаторы дракона. И изначально нам надо поставить дракону вот такие параметры. Переменная, задать голос значение 5, задать строение значение 5. И как делаем новый скрипт. Когда флажок нажат, повторяется всегда. Ждать 30 секунд. Извините. Голод на минус один. И такой же скрипт, только изменить строение на -1. И поставить, скажем, не 30, а 40 секунд.
Давайте, когда кексик будет нажат. Вот так вот у нас, если что, выглядит код кексика. Кексика банана. На первый взгляд сложно, но если логически задать, будет легко. Смотрите. Когда флажок нажат, кексик показывается, изменяет картинку на массу на 1 и приходит в определенный x, y. После этого он повторяет всегда. Если его касается цель мыши, если его кликают мышкой, то если костюм у него один, то изменяется. То он пытается на следующий костюм и прячется. Если костюм не равен одному, то изменяет костюм и бананы, пытается 9 раз следующий костюм и прячется. Ждет 5 секунд после этого, показывается, приходит зеленый X и Y, изменяет костюм. И вот после... Нам надо изменить голод на 1. Но только если голод у нас больше, то есть меньше 5. Если голод у нас равен 5, то мы ничего не добавляем к голоду. То есть, смотрите. Да, у нас снова будет если. Если, то иначе. Если. Если голод у нас меньше 5, то мы изменяем голод на 1 и жжем 1 секунду. Иначе мы ничего не делаем, просто ждем 1 секунду. И вот этот вот нехитрый блокоскрипт мы должны ставить вот сюда после спрятаться. И вот сюда после спрятаться. Тарелки у нас тоже должны поднимать настроение. Поэтому давайте по настроению ограничений будет, потому что прекраснее быть может было. То есть, типа, если дракон голоден, то он голоден. Если он сыт, он сыт. Может, он просто не может как будто бы съесть, что не добавляется сытости. А время у него будет добавляться вне зависимости от... Давайте ждем 1 секунду. И изменяем настроение на 1. Изменяем настроение на 1. Даже не 1 секунду, а почекать 1/10 секунды. И давайте теперь мы ждем такие, ждем. Настроение у нас медленно растет. То есть настроение у нас уже 31.
И вот наш дракон немного проголодался. Ну, ваше животное. И мы нажимаем на кексик. И у нас этот текст съедается. Отлично. Теперь проходит 5 секунд. И оба, снова текст появился. Ну, мы хотим съесть банан, допустим. И мы кликаем на банан. Он съедается, но смотрите, голод и не прибавил. А теперь нам надо сделать какую-нибудь концовку. То есть, допустим, если голод упал ниже одного, ниже двух, то проигрывается какая-либо анимация, какой-либо звук, либо просто экран затемняется, когда обратно становится светло, уже какая-то дырка в стене, и дракона нет. Убежал он, допустим. Или просто черный экран. Это уже на вашем. Давайте я голод поставлю, чтобы он... Минуточку поставлю, чтобы он каждые 5 секунд снялся. Допустим, занимается он каждые 5 секунд. И... Надо написать ему такой код. Когда флажок нажат, повторять всегда. Если голод меньше двух, то давайте, допустим, ждем одну секунду. Ждем одну секунду. Сейчас нам надо желательно убрать переменную и все это дело заскринить. Вот мы скриним, допустим. Скриншотили. Теперь отрезаем до области, где у нас дракончик наш. Сохраняем. Ой, стоп. Нет, дракона нам надо спрятать. Можно после этого склеить. Простите, затупила немного. Скриним область без дракона, то есть мы его на время прячем, сохраняем и загружаем, как страйк. После этого нам надо его максимально стянуть. Так, ну не максимально. Дальше это делать просто. И просто это нет. Оба.
А теперь рисуем тут, допустим, дыру в стене с голубым небом. Типа, для кого он у нас сбежал? Секс, допустим. Дракон сбежал. Ну, либо не дракон, а имя вашей зверушки. И делаем такой вот код. Когда 40 нажат, спрятаться. Когда я получу сообщение один, показаться. Если будет меньше двух, то мы передаем сообщение один. И вот давайте, допустим, мы запускаем проект. Надо показать переменные. Вот. Сейчас у нас очень быстро будет мяться голод. Вот 4 уже. Ай-яй. Как нехорошо. Играем с иконом. И вот голод у нас стал 1. И для кона сбегает. Я снова сейчас поставлю нормальное. После голода закона, чтобы год раз в 30 секунд менялся. И вот такая у нас прекрасная картина. Я бы добавила еще кое-что. Допустим, пару мечей, с которыми можно было бы играть. И еще пару локаций, было бы еще предметы. Но поэтому у нас занятие подходит к концу. До свидания. Всем спасибо, что пришли.